Друзья, здравствуйте. Начинаю орхидейный сериал в плане того, что сбывается моя мечта. Когда-то я мечтала, что у меня зацветет кориантес. Многих девочек видела, что он цвел. Но у многих это, ну, человек двух. И, наконец-то, мой кориантес. Это кориантес макранта. И он дает цветонос. Сегодня у нас 9 марта. Цветонос у нас выглядит вот так. Вот он извивается. Выходит он из вот этой бульбы. Кстати, почка сидела достаточно долго, и я его просушила. Где-то месяц я подержала сухим. И вот эта почка стартанула цветонос. Все-таки условия зацветания кориантесов, как и у стенгопей, нужно тоже. Вот он, вот такой вот цветоносик. И еще в одном месте я тоже обнаружила после этого, этой просушки, вот здесь вот под бульбой. Вот попытаюсь сфокусировать, вот здесь лезет еще один. Он чем отличается, он тоже удлиненный достаточно и не похож на рост. Рост немножко другой, он тоненький и сразу как бы начинает выходить, видно, что листик. Так. Сегодня 23 марта, как вырос наш цветонос. Вот он. Достаточно большой. Я немножко подложила пластиковую бирочку. Он выходил снаружи. Под низом растет еще один. 23 марта. Сегодня 9 апреля. Как вырос наш цветонос. Уже достаточно большой. Начинает выходить за сетку. И я думаю, что с этого времени он пойдет расти быстрее. Второй. Попробую сфокусировать. Вот он под ним идет. Вот он тоже начинает выходить за сетку. 9 апреля. 14 апреля. Теперь наш бутончик выглядит вот так. Это тоже вышел за пределы нижний. Здесь тоже за сеточку вышел и пошел уже развиваться сам бутон. Это будет примерно недельки полторы, и он распустится. Всего будет один бутончик. 23 апреля. Вот как вырос наш бутончик. Прошла неделя, а он уже сформировался в бутон. Теоретически открытие через дней 5. По поводу цветоносов, есть у меня вот еще тут растение рядом, тоже кориантес, но это специоза. Тоже вот он цветонос пошел вниз. Но тоже, видите, растет рост и растет цветонос. Но тоже система, как у зацветания стенгопей. Просушка после того, как сформировался рост, сокращение полива. И потом как бы высушить полностью до хруста, пусть там недельку постоит. И заново полить. И вот из-за этого выдает цветоносы. Я тоже пока этому всему научилась. Прошло много лет. Потому что не удавалось их зацвести. Так что скоро будем снимать цветение. 28 апреля. Как вырос бутон за неделю. Трогать боюсь. И еще один цветонос лезет. Вот он. Друзья, здравствуйте. Сегодня 2 мая. Распустился кориантес. Потрясающее растение. Вот я скажу, у меня мечта сбылась, потому что я никогда не видела вживую цветение кориантесов. А вчера он начал, треснул бутон, и он начал потихоньку раскрываться. Он раскрывается не как цветок у стенгопеи, буквально там за час. А этот раскрывается в сутки. И сегодня я утром зашла, и вот эти вот крылья уже были сзади. Я так боялась, если честно, что он не захочет раскрывать бутон. Потому что такое ожидание в несколько месяцев. Очень красиво.
Единственное, я бы сказала, я ожидала немножко ярче цветок. Может, все-таки второй цветонос, который вот он здесь, будет поярче цветок. Но форма, конечно, просто нечто. На фоне руки это крупное. Но все равно не напоминает он мне лебедя. Вот как ни крути, напоминает что-то другое. Как все об этом говорят, но тихо умалчивают. Очень красиво. Что у нас, посмотрим, творится внутри. Ой, так камеру и не... А внутри он такой тигриный. Так, сейчас посмотрим, что сзади. А сзади вот бутон примерно вот так и выглядел. Просто зелененький, внизу крапушки. Как Маша сказала, говорит, можно туда воды налить. Я говорю, нет, там сзади дырочка, через которую как бы вылазят эти опыляющие пчелы. Вот она. Вот такая вот радость на праздники. А по поводу растения, вот оно выглядит вот так вот. И на фоне него сам кориандес. Надеюсь, было интересно вам наблюдать всю эту историю с самого зачатка цветоноса до его распуска. Ну, всем хорошего настроения, с праздником. Пока-пока.